В этом коротком видео еще немного о биодоме в Монреале. Зона «Речной морской мир». Огромный аквариум, полный всяческих рыб, разнообразных по форме, размерам, расцветкам. Они проплывают перед нами как калейдоскопы. И в зависимости от их окраски меняется все вокруг, даже как будто бы меняется освещение. К сожалению, известно, что фотография через стекло так себе, пустое дело. Но все же некоторые кадры удались. В аквариумах очень много рыб. Осетр, лосось, треска, палтус, сайда, скумбрия и еще много-много других названий, которые все и не запомнишь.